Squid up? No, squid neutral! Был самый обычный день коллективной игры видеоигры. Как вдруг... Объявляю собрание! Сейчас! Сэн? Зачем нам весь этот судебный процесс? Кто-то спер очень важную для меня вещь. И я хочу, чтобы этот кто-то сдох! Обожди. А что именно у тебя украли? Это был ты, Дайдос, не так ли? Я? Да, ты, извращуга! Погоди, секундочку. Может, я извращенец, но это обвинение пустословно. Мы даже не знаем, в чем я обвиняюсь. Довольно, девочка. Что конкретно пропало? Оно... об этом вслух не скажешь. А, ясно. Женская интуиция. Вся во внимании, зайка. Ну, видишь ли, пропало ее... ее нижнее белье пропало. Эй, почему вы на меня так пялитесь? Что за дискриминация такая? А кто еще из людей в зале мог совершить такую мерзость? Это мог быть только ты, грязная тентакля! Протестую! То, что я открытый виабу, еще не значит, что я преступник! Да ладно вам, кто-нибудь, покажите мне улики! Где факты? Главный факт! Ты извращенец! Но почему вы того хомяка не подозреваете? Потому что он не абсолютный извращенец, как ты! Эй, да ладно, он вообще молчит постоянно! А в тихом омуте черти водятся! Ну, скажи что-нибудь, толстячок! Видите? Если он даже себя оправдать не может, то он точно виновник! О, да. Наконец-то Сквидфайл прибыл. Давайте начнем с разбора фактов. Предположительно, трусики с мишками были украдены в 7:25 часов вечера. То есть почти 3 часа назад. Это точно нужно было Фале указывать? Ты... все еще щеголяешь в панцу с мишками? Вы придурки! У меня железное алиби! Ты блефуешь? Даже не пытайся выкрутиться, мелкая гнида! Вы всегда чуть что меня разорвать готовы, только потому, что чудилой считаете. Говорю же вам, у меня абсолютно не было ни секундочки, ни хоть шанса на то, чтобы хоть что-то украсть! Ты о чем вообще? Видите ли, я чутка перепил молока морской коровы. Скажем так... хорошо, что нашелся томик другой для моего туалетного манго-марафона. Да, я целый час просидел в ванной! Здесь говорится, что предмет, о котором идет речь, был украден из корзины для белья в ванной. Да вы кальмаритесь, это слишком большое совпадение! Народ, это не я! Ушанкой клянусь! Меня подставили? Я не знаю, как они туда попали. Ты думаешь, я тупая? Ты жил
жалкое брехливое щупало! Не веришь, что тебе это с рук сойдет? Я не брехливый! Против тебя слишком много фактов! Это все, что ты можешь, ты грязная кальмарная трепья! Свидетелей нет, но мне никто не верит! Почему ты постоянно подкручиваешься? Я жду для тебя грушу для битья! Мне тебя все кончено, Дайдус! Тряпочка! В тот самый момент Дайдус осознал. С учетом всех тех лет, выставление себя извращенцем было предельно ясно. У него не было ни единого шанса выиграть это дело. Его вторым осознанием было то, что он всегда хотел сыграть злодея. И настал его звездный час. Он думал так: если уж помирать, то с музыкой. Ладно, вы меня раскусили. Это был я, трусократ! Я украл твои мишка-трусики и сделал это снова. Как глупо было оставлять свои прелестные трусики в общественном месте! Ты думала, я просто делал извращуга? Нет, это был я, детка! Я бы твои носочки спер, если бы знал, что так провалюсь! Каково это знать, что твои панцу кто-то как чепчик носит? Унизительно, не так ли? Видели бы вы сейчас свои лица. Я никогда не чувствовал себя таким живым! Больной ублюдок! Я призываю кальмара правосудия! Ваша честь, обвиняемый Дайдус признан виновным! Его честь решила покарать тебя за злодеяние! Все кончено! Дайдус! Поверить не могу, что ты жила в одном доме с сексуальным маньяком. Не знаю, обычно он такой послушный. Но это было уж слишком низко. Печалька. Thank you.
Выходит, в тихом омуте и правда черти водятся.